Марина. А что ты стоишь под пьяной вишней? А. Привет. 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 Ого. Ого, что тут? А. Я понял. Правильно. Не цей, не цей. Да, да, да. Ты можешь, да? А что ты дрожишь вся? Потому что промокла. Несколько маршрутки ехала без куртки. Давай, ключи бы. Ага, пошли. Ты ж тут была уже. Как тебе сказать, когда я была еще не квартира, разбавилась. Ну да. Кого? Кто? Твой Эдик побобили. Эдик? Ой, Марина. Коляска есть, Марина. Ага. Так. Мама сегодня пошла в парикмахерскую, а там ей звонят и типа приходит, говорит, а мужчина звонил, представился, что он из Белебея, Эдик, сказал, что сегодня вас ведет на колоноскопию, чтобы перенесли с 9 на 12. Нормально вообще, она мне говорила, что я на полдевятого. И представь, она пришла, а та тетка не поверила. Она зрительница, говорит, Эдик вел трансляцию, как он мог, говорит, ее вести на колоноскопию. Видишь, надо вызывать. Так ты, наверное, Эдике позвонил. Думаешь? Конечно. Думаю, маме важнее, наверное, все-таки та процедура, что парикмахерская, Лена Дубина. Ой, блин. А я только с театра прибежал. Ага. Вот это открываю, летает шарик под дверью. Все, кто специально. Чека душа умерша. Тома, смотри. Томасика. Заходи, Марин, там разбойся. Заходи, заходи. Летить в хату. Все. Воняя креветками, да? Так. Мама еще не приедет. Мама сейчас приедет, да. Сейчас приедет? Ага. Так, подожди. Так. Ой, у меня тут уже, наверное, звонит. Уже звонит? А нет, это кто-то другой. Алло, да. Здравствуйте. Да, да, да. Да, можно. А где пьяная вишня вот с Артема? Угол Карла Маркса Артема, там пьяная вишня находится. Да, да, та марка, да. Возле пьяной вишни прямо. Ага. Я хочу. Хорошо, хорошо. А. Что ты говоришь мне? Хочу повесить, чтобы просто высохло, потому что насквозь промокло. А что, ну так не высохнет? А да, дай сюда. Дай. Не заколотит? А что оно заколотит? Хорошите. Ну как тебе, Марин? Ты же не была. Ты уже, конечно, сто раз. Можно разуться? Конечно, можно. Томас, да господи, с ног зебьешь. Ну это вообще. Не, ну что я тебе скажу? Конечно, по сравнению с тем, что было. Это была только одна разметка. Ну да. Что дать? Тапочки? Ну а как ты думаешь? Так, какие? Так, подожди, тут где-то у меня были домашние комнатные тапочки, вот они. Так. Итак, такие пойдут? Не угадай. Ага, сейчас, подожди. Подожди. Так что, она попала в парикмахерскую? На, держи. Марина. Держи. Пух Насти. Снимай. Саму крышку пух Насти тапочки. Один. Ну как? Московских тебе тапочек. Мне кажется, их кто-то уже сильно растоптал. Нет, их никто не носил вообще. В принципе, я их только стирал один раз. И то, наверное, уже Томас на них нассал, по-моему. А так я... Ну, мне кажется, что им уже попользовались. Так, ладно, давай, пока мама не приедет. Давай, давай. Ой, так, у меня тут бордель, Марина. Не обращай внимания, сейчас надо хоть проветрить, открыть, бо креветками воняет на всю хату.
Полотенце, Марина. А ты купила одноразовое, я тебе говорила, бумажные полотенца? У меня есть, я же их постоянно покупаю. Потому что когда много гостей, нужно не стирать, а максимально одноразовыми пользоваться. Тащить вот это надо. Вытирай руки, оно чистое. А вот это, сейчас я тебе дать одноразовое, что? Ой, боже мой, хай бахнула. Держи тогда. Удобно, когда, особенно в условиях всех этих эпидемий, нужно максимально одноразовым закрывать унитаз, чтобы туда не упало. Чистить унитаз? Не надо чистить, просто его закрой, он чистый. Да ну, все равно. Чистим. Чистим, чисто. У тебя один, чтобы кухню поставить, когда готовить? Один. Все, смотри, вот так вот кидаешь и смываешь. Снова. Кнопка YouTube. Томчик, что ты уходишь? Я тебя только на картинке видела. Как, ты его не видела никогда? В натуральном изображении нет. Вот это то первый раз ты его видишь? Ты да? Же у мамы никогда не была в квартире. Нет. Ой, что? Боже. Не жалуйся. Тома, знакомься. Давай, ты помогай, успеешь. Потому что так, что делать? Это ей цветы? Так, я понял, хорошо. Сейчас курьер. Ой, тут у меня, конечно, давай сюда. Давай, знаешь что? Давай поставим ей сюда, на стол, на этот. Это пока сюда, и руки туда, в комнату. Угу. Так. Сюда. Вот сюда цветы. Патефон. Патефон. Не знаю, может подрезать или нет, я просто купила разные сорта патефона. Не надо, хай так будут. Может, не надо мусор выбрасывать? Подожди, а вот это что? Это тоже мусор. Это земля. Зачем тебе? Цветок буду присаживать. Он же вымер. Кто? Так я его выкину, другой посажу. На балконе мусор есть? Нету, Марина. Точно? Точно. Проверяй. Ну смотри, глянь. А, есть большой, да. Доставай. Да куда же мне в другую сторону сейчас идти? Ничего. У тебя сестра уже падала в обморок от кастрюли с мясом. Нет, это я уже расскажу. Господи. Томчик. Так. Да на сразу, сразу на улицу. Томаса. О, а ты что? А что ж ты свои вещи, бо я выкину вместе с мусором. Вот это мусор. Подожди, держи. Томчик, хорошие коты, днем спят. Хорошие коты, днем. Томас, ты так и бачишь. Бери, пошли, я свои вещи выгружу. Так, держи. Вот это маме пусть стоит. Ага, я понял. По крайней мере, таких тюльпанов. А я купил тоже смородину. Это ей десерт будет есть. Ага. А вот это ей тоже можно есть. Если горошек, да? Ну а что, ем торта можешь? Хорошо, все. Пошли. Так. Томчик, ты неправильный котик. Хороший кот, ну, идем. Надо спать. Так, а вот же еще мусор. Выносились мусор? Так. Туда. Так, сейчас. А я вот туда мусор кину. Туда. Так, машина, ой, наверное, такси. Так, ну все, креветки я спустил сюда. О. А что, забыла что-то? Алло. А что, забилась, я не понял. Не, ну не отвалится. По крайней мере, я это хочу. Да, уже выезжал, уже. Так, иди, позвони, она вот начнет выходить. Она уже спускалась, когда мне звонила. Будет складывать вместе. Угу. Давай его туда. Так, надо посмотреть, знаешь что, я думаю, индейку с картошкой разложить и вот этими мочеными яблоками. Они рядом. Сладкие. Ну и что? Вкусно будет, да? Да. Давай. Так, индейку еще рано, правильно ставить?
Огурцы есть, у меня много отсюда. Там еще потом порой. Хорошо. Это нормально. Это работает. Так, это твои метавки. Да? А-а-а. Это ж твои, да, у тебя были такие квартиры. Какое там темные. За какую команду я болею? А что, какую? Шахтер? Я смотрю, твой товарищ Артемов, вы знаешь, хороший, который за тобой ходит все ремонтирует. Смотри. Красота. Надо затянуть пленку. Там холодильник, я пленкой? Посмотрю, что там, да. Только мне кажется, что тот Артем болеет не за Шахтер. Да? Да. У него есть время одуматься. А так хороший парень, я думал, мне его повезло. Но болеем мы. Томас, тикай. За Шахтер. Так, а вот те можно утилизировать папки московские. Ага. Я померяла. В шахтерских лучше. Так, это так, Марина, подожди, давай, знаешь, что закрутим. Где-то у меня был пергамент, а его куда-то, а вот. Так, смотри, знаешь что, я еще, помнишь, это не тебе, ты помнишь, ты котенка, которого Рыжего пристроил, ты ему купил вот такую вот пленку. Да, да, да. И у него сложилась счастливая судьба, я думаю, да. Когда будешь этому котику искать новых хозяев, с таким приданым тоже добавишь, и думаю, может... Ты думаешь, маме не стоит брать? Не то, что не стоит, это не нужно делать. Навязывать, я думала, тут несчастный кот, он достоин, чтобы его ждали. Вот кто-то ждал и хотел, а не то, что на передержку кому-то пристроить, он там никому не нужен. Маме он тоже не особо нужен. Понятно, что у нее уже есть кот, и она не... Я думаю, этот кот заслуживает, ну... Лучшего, да? Да, чтобы его любили, чтобы его ждали. А ты не хочешь? Кастрированный. Ты знаешь, когда я котенка вот такого вот выкормила из пипетки, а потом через 13 лет землю положила, то есть я уже, ну, как бы, очень хорошо подумаю. Потому что животное, знаешь, это не игрушка, я не... Ну, а что, ну, зато 13 лет ты ухаживала, так бы кот, что, да, погиб бы. Ну, так и за другим можно подарить, другому любовь, а что ж. Ну, У тебя есть время подумать, у Артема есть время одуматься, у тебя подумать. Да, а что насчет, да, насчет Шахтера, вот, сейчас... а так и парень во всех смыслах положительный. Ой, Томас, ты бы воспитал. Так, я убрал такую пленку, два слоя с двух сторон. Так. Марина, иди проконтролируй, что там я купил, это самое. Сейчас, вчера. Подожди, а потом скажу, что не хватает? Да, глянь, что тут все, вот все хватит. Ой, а что тут такое? Ой. Вот скажи мне, пожалуйста, смотри. Смотри. 99 гривен перец. Вот я вчера вот заходила в магазине на главной проходной. 80 гривен килограмм. А почем ты берешь тут? Вот это выкидывать уже? Это конечно. И там второй тоже вот есть доставать. Покупать? Ну, ты ж купил, думал, буду готовый. Ты же сказала манго купить. По такой же цене, я не знаю, это Весельпо обалдело, а пошел. Это не Весельпо, это Демар. Еще хуже. Смотри, Марина. Не надо. Смотри. Я тебе говорю, мы сейчас отвалится. Ничего мы будем все болеть за Динамо. Смотри, смотри. Все, нема. Вот это его уже нема. Что там еще? Ой, вот это тоже зацвело. Видишь? Это все выкидывать? Как ты считаешь? Посмотри. Оно все в плесени. Конечно. С ног до головы, смотри. Ты покупал это, да? Да. Или кто-то дал? Или кто-то дал. Ну, кто-то выращивал? Ну, кто-то выращивал. Куда такие вообще? Этот... Мусор. Это нельзя в эту компанию. Это все надо утилизировать. Луковица тоже так не держит. Надо пленку заворачивать, а лучше на то. Угу. Давай его тоже. Ну, все в плесени, да. Вообще, в холодильнике лучше не хранить чеснок, а сухом. Ага. С него влажно. Тогда мне надо будет купить чеснок. Надо посмотреть, что там пять не хватает. Угу. Лук-шалот есть. Ты его для чего? Для салата? Это чтобы я его для вот этого. А зачем ты сюда его кладешь? А куда? Наоборот, сюда вставать надо. Смотри. Из того, что есть? Смотри. Да, смотри, один огурец есть. Вот это вот я делал на креветке, но больше не надо. Куда его девать? Ну, съедим, Господи. Мама сейчас приедет. Ты что, будешь спрашивать, куда его девать? Не надо, я сейчас переложу. Мама, ты знаешь, ты ей сказал, что она таблетки взяла с тобой?
Не, не сказала. Звони быстро и на обед. Да она уже спустилась, что ты. Уже пух. А, кокосовые привезла, ее любимые. Да. Там кокосы с пармезаном. Так. Хорошо, это есть. Дальше. Оливки. Оливки вот такие. Они с косточками. Ничего да. страшного. Помидоры черри он вверху, Марин. Это что такое? Это я салат покупал мне. Еда. Вот там вот помидоры черри вверху. Это все, что я покупал на это торт купил. Картошка. Орехи сегодня... есть. Эта картошка есть. Сейчас ее будем чистить. Бананы уже надо съесть. Угу. Угу. Яблоко одно есть. Бумажка. Давай бумажку сюда. Выстави сюда ребенка. Угу. Что-то это мама говорит. Огурцы есть. Ой, Томас. Испугался, он заглядывал туда внутрь. А я его хотел отодвинуть, он как дернулся, знаешь. Да пусть мне... Томас, тика. Это остатки. Это нормально, это цукини сегодня я делал, это остатки от него. Ну, это маме я отдам. Зачем? Надо его приготовить, что-то с ним сделать и маме отдать. Она... Нет, она приготовит а так, она порежет она... чего? Она кубиком порежет, врагу кинет, суп кинет. В борщ она используется. Это я ел. Так. Ага, манго. Манго есть. Сверху помидоры черри бери вон там. Это салаты. Так. Чего у тебя там не хватило? Огурцы вот я не брал. Это виноград один и еще сверху второй без косточек. То, что ты говорила. Это тоже на салат. Так, ой, это, наверное, уже мама видит. Алло, да. Ага, все, я иду, да. Сейчас там есть арка. Я уже сейчас спускаюсь. Уже поздно, да, таблетки? Не, это курьер. Это смородину я купил, да. Такой... Там он там помидоры, посмотри, курьер, да. Все, я пошел. Смотри, чтобы не приехали, не нажми никуда. Ага. А что, ты боишься? Арестуют. Ой, мусор раскучает.